Мы вот здесь, Бельмесёва, Василия, пытаемся найти те каналы. А их никак нельзя узнать, пока не раздолбишь хотя бы в двух-трех местах. Да печка так. Так. Для смеху построили. Чтобы нас посмешить этой печкой. Подожди маленько, пока не тыщи. Скажи, вот такая у тебя богатая облепиха растет. Просто почему ты ее не собрал? Ну, я негде хранить. Негде хранить, и поэтому не собрал. А зачем ее хранить тебе, если негде хранить-то? Ты бы собрал, ведра два принес и на стол поставил. Ты же там пьешь и ешь, тебя кормят в общине-то. Почему ты ни разу ничего не принес с огорода? Ну, я не знаю, времени не хватает просто. Да ты перед этим сейчас ответил, я еще собиратель вам. Времени не хватает. Да ты на пенсии, какого времени-то тебе не хватает? Когда тепло было, я сейчас пошел собирать, руки отмерзли просто. Понимаешь, нет, вот это не приветствуется. Блажение давать, нежели брать. А что ты даешь? Нам, если кто-то приносит, люди-то не видят. А мы у этих людей работали, собирали там сено, возили. И поэтому нас принесли что-то там поесть, бывает. У нас все есть свое. Я тебя спрашиваю, ты вчера просился в Потеряевку. Как ты думал там жить? И где, у кого? Поясни. Поверни сюда. Ну, дома-то пустые. Подними, козырек убери с глаз. Дома-то пустые. Козырек убери, чтобы тебя лицо было видно. Глаза крупным планом. Дома, говорю, пустые есть. Так, дома пустые, пустые есть. А какие дома? Допустим, там есть дом пустой. Большой дом пустой. Но у него хозяин да есть. Да мне маленький, куда мне больше? Маленький, вот тоже хозяин есть. Зимой там никого нету, летом приезжают гости. Дом этот купленный. Кто тебе его даст? У кого ты говорил? Ну, я так спросил. Дальше ты должен был думать. Ты приехал. Дров нету. Ты не полено, нет. Ты спросил, когда уже подперла зима под бок. Ну, купить можно. Чего купить? Дрова. В Потеряевке дрова купить? Да. Ты что, смеешься? Ну, да кто же в Потеряевке дрова покупает, когда они летом покупают сами где-то в Шарщине, там, в Вылково? Ну, я и говорю, где-то... Ну, дороги-то уже нету. Зимой дороги туда нету. В соседней деревне. В отношении деревни. Дороги нету. И как бы ты стал топиться? Угля уже не завезешь. Да, углем я не топлю, дровами только. Ну, дровами я не знаю, сколько тебе дров надо. Дрова у нас только для разжижки. Разжечь. Там нету. И никто одного тебя знает, твое отношение. Ты дверку не подпер, угли выпали, дом сгорел. Из тебя взять нечего. Если там человек не живет, у него хозяин есть в городе. Он скажет, а кто такой Василий? Да вот такой вот у него яблоки остались. Когда там по одному ходит, срывает. И захотел, пошел в Светки Сарда. Мы же не в раю. В раю складов не было. Ты сам-то поверни сюда на свет. Там видишь, он Володя берет. Ну. Ты разрешил брать там эту облепиху? Ну, а что? Да ее не возьмешь, она бежит. Вода уже, все. Уже вода. Она переспела. Ну, а было время, когда она не переспела? Ты почему не собрал? Ну, у меня привычки нет собирать. Вот в этом-то все и есть. Это не просто лень, а пренебрежение своей жизнью. А где-нибудь я переночую. Сейчас стал с собой разговаривать, так жди. А на вокзал пойду. Так на вокзале-то там милиция проверяет и все. И тебе не стыдно, ты христианин. Ты христианин? Ну, христианин, но... А почему в огород твой нищий? Ну, по Библии говорится, продай свой дом и сам побирайся, сходи. А где ты такое читал? Евангелие от Василия. Евангелие от Василия. Почему от Василия? Продай и раздай нищим. Ну, раздай нищим. А ты еще можешь раздать-то? Ну, а сам ходи, почему? Это имение его, у него дом-то остается. Это дачи, которые были где-то имение. Имение там полдеревни может быть, богатое. Не продай дом твой, этого нигде нету. А где он будет жить-то? Где? На вокзале. Продай и раздай нищим. Так, ты теперь сказал, ладно, продай. Не продал ты, первое не сходится, второе. Ничего ты не раздал и нету. А что я, собиратель? Кормить кого-то будет? А что тебя кормят? Ты круглый год приходишь, и там сестры прекрасно готовят, и ты сидишь, ешь, и тебя совесть не мучает, что ты ни разу ничего не принес. Ты мог бы набрать вот эти яблоки висят, их, ну, брать-то это 2 минуты, и набрал ведро.
Ну, 5 минут. Большие яблоки-то. Почему ты ни разу не принес яблок? Там ребятишек много, они яблочки любят, дроботы ребятишки. Галина, почему ты детей ни разу не угостил яблоками? Да ко мне самому здесь нет. Вот, покажи. Я на яблоках питаюсь. Обожди, вон, отсюда, покажи. Ну, все так понятно. Ну, я в магазин не хожу, все, вот, стаду. На подножном корме. Ну, почему ты эти яблоки, которые на подножном... Да я сам бы съел их. Я же не про это говорю, а я сам съем. Ну, дети маленькие любят яблоки. Ну, а потом голодные. Я в магазин не хожу. Ну, над ними яблоками ты не живешь же. Ну, почему? Ну, почему ты детям хотя бы по яблоку... Ну, я говорю, я в магазин не хожу. Живу. Слушай, на подножном корме. У тебя яблоки остаются в зиму, уже 20-е октября. Почему в зиму-то? Я съем их все. Да не съешь ты, у тебя птицы съем. Едят, там на полу падает сколько. Почему ты ребятишкам хотя бы по яблочку не принес? А я сам хочу. Да в чем твое христианство-то? Ну ты видишь, сколько приносим. Мы привезли мешки, там разных трав поставили, черноплодку, варенье. Мы из Потеряевки-то привезли-то. Мы столы завалили всем. Калину я тут пришел, я оббирал целый день. И сколько? Огромные ведра, большие, по 15 литров набрали. И варит. Надежда Васильевна принесла готовое калиновое. Ты же видишь на твоих глазах. Почему ты не подражаешь? У нас там калина есть. Я лесенку поставил, шатался на ней целый день. И до одного листика выбрал. И чистую калину, сказал, по телефону позвонил, чтобы все пришли с посудой. Они не пришли с посудой. Я принес мешочков много, чтобы они мешочки накладывали себе и несли домой бабушке. Ты это видел? Я спрашиваю, ты это видел? Ну, видел. Ну, а почему долго не отвечаешь-то? Ну, видел. Что тебе? За это я ничего не могу с тебя взять. Ну, видел. А почему ты не сделал для ребятишек хотя бы по яблочку? У нас виноград, который там собрали, туда. Малину собрали, все сюда. Горох собрали мы, зеленый, сюда прислали. Мы летом все время сюда все слали. Так это не в общину только, мы в другое место шлем. Не в общину только, а тут Татьяна раздаст. А там другое место. Все время мы присылаем что-то. Даже ребятишки любят сушеную рыбу, гальянов. Ты вчера я тут мешочек принес, так столько радости. Тебе не интересно, что дети веселые и за тобой бегают? Интересно. Ну почему тебе было не принести-то, когда яблочки висели на дереве-то? Старики обычно, они любят ребятишек, стараются... Ну я говорю, в магазин не хожу. Вот, что есть, то тем и питаюсь. Я же не спрашиваю... В магазин не хожу. Ты не слышишь мой вопрос? На полу валяются яблочки. Да я бы съел их все. То есть, хоть что скажи, ты рот так разинул, отстаньте, а то я вас захлопну. Ты что? Да я бы съел сам, ну что. Да ты не съел. Но я в магазин не хожу. 22 октября, обычно 14 октября здесь снег, нынче необычная осень. И у тебя яблоня вся стоит, ничего не съедено. Ты кого обманываешь-то? Ну. Ну не съедено, не съесть, ты лопнешь. Брат, да Игнатий на себе пытается донести мысль, что надо делиться с ближними. Тебя Господь-то спросит за плоды твои. Да делиться, а потом голодный сам. Какой голодный? У тебя замерзает все, погибает. Ну я в магазин не хожу. Он в магазин не ходит, главное в магазин он не ходит. И теперь еще в магазин не ходит, еще. Ну питаюсь, вот что есть. Ну, как ты? Ты ко мне пришел, ходил в магазин? А к тебе, ну, ходил. Ну почему Сергей, ну, а хотя бы... я не хожу. Сергей хотя бы... Я вот на подножном корме. Ты у меня жил, ходил в магазин? Ну там, а здесь на подножном корме. Ну ты ему-то почему подарок не принес-то? Что он тебя кормил сколько времени зиму? Почему ты не принес ему хотя бы одно яблочко? Почему не принес? А за тебя заступается, ой, Василий Николаевич, вот такой человек, это трудяга, трудно найти. А другой говорит, больше в лентяе найти нельзя. Он тебя принял, обиходил. Ты даже не бомж. Ты не бомж, у тебя место жительства есть. Но все запущено, нигде ни рукой не прикоснулся. Все, что выросло, а я на подножном корму живу. Так ты еще превратился в Навуходоносора, которого Бог поставил на колени. 7 периодов времени прошел над тобою. Ну, питаюсь диким медом. Да не питаешься, смотри, какие висят кисти. Да, облепиха до земли прогнулась, настолько много ягод. Ну, она же была когда-то вовремя. Почему ты вовремя-то не собрал и не угостил никого? Так я сам питаюсь ей. Так она пропадет у тебя, ты не успеешь все съесть-то, она пропадет сейчас. Да она пропадает, он сейчас говорит, она уже течет вода, там не надо. Ну, ну вот сегодня мы пошли, сколько набрали. Я тебе говорю, ты когда приходишь, у нас воскресенье, перед занятиями трапеза, тебя кормят там или нет? Кормят. Сколько лет ты уже у нас?
Ну, я не знаю. Ну, не сколько, сколько? 5, 10, 15? Ну, в 60 лет я пошел на занятия. Ну, значит, уже 12 лет. 12 лет. Теперь умножь на 56 воскресенье. 12, 5, уже 500. И тоже столько раз тебя кормили. Ну, не, около 800 раз ты обедал. И кормят хорошо? Хорошо. Хорошо. Первое, второе, рыба, там варенье. Тебе все дают, что на столе есть? Надежда Васильевна готовит там блинчики, пирожки, тебе дают? Дают. Почему ты ни разу ни одному человеку с огорода ничего не принес? С подножного корма. А я в магазин не хожу. Ну тебя-то в этот день так не надо и ходить в магазин, тебя накормили. Ну ты в ответ-то что-то дал бы. Почему мы из Потеряевки целое лето гоним и гоним, что растет? Бобы появились, мы бобы прислали. Яблоки, яблоки. Клубнику набрали, мы сюда ее ведрами посылаем. И все получают и радуются, потому что варенье Володя наварил разного-разного. Вчера объявляем, вот это варенье такое-такое, бесплатно разберите. Мы нигде не берем ни копейки. Картошку вырастили, бесплатно даем. Морковку бесплатно даем. Я уж не говорю там про продукты другого характера. Ну ты же на твоих глазах видишь. И не потому я делаю, что я хороший, а ну, это жизнь, это мы люди. Тебя приняли как человека. Почему ты такой эгоист? Вот сюда призвал, печка не топится, труба заколочена. Как она может топиться, когда ее тут заколотил? Мы едва вытащили ее. Ты над нами насмеялся сегодня. Мы пришли, а к печке нельзя приступить. Ты, ну, ее не топили никогда. Сейчас надо трубу прочищать, туда не залезешь. Сырое все. Мы принесли веревку. Знаю, что глины нет, вот она глина. Песок из дома кирпичи взял. Ты говоришь, а я тебе не верю, не выше. А у меня песок с гравием. Но песок с гравием, это хорошо, на, когда дорогу делают. Ну а как положить его между кирпичами на гравий, то он встанет и ничего нет. Ты же смеешь. Да я Сергею говорил, по дороге можно было, там рядом с дорогой, с трассы рядом песок есть. Ему идти на работу надо, с трассы рядом. Почему ты раньше-то не привез? Почему не привез глины, песка не заготовил? Ну не собирался зимовать. Не собирался зимовать, а где ты думал зимовать? В Весняночке. А? Весняночки. А что это такое? Ну, СНТ тоже. Садовод. А зачем тогда тебе ремонтировать, когда ты не думаешь жить летом здесь? Зачем печку-то теперь тебе надо? Дрова привезли, наложили. Ни одного полена не... Просто лежат чурки и все. Почему ты их не сколол? Ну, зимой делать нечего будет, и сколю. Ну, до зимы-то холодно сейчас. И зимой ты их не сколол, когда пришли, у тебя градусов 16 мороза. Ну, зимой... Почему в прошлом году зимой трудно было, и ты не сколол их? Почему? Зима-то прошла, и 30 градусов было, ты все равно не сколол. Почему? Ну а зимой что делать? Я колю и... Да не, сколы-то так и лежат. У нас, ты видел сколько? У нас кубометров 20 только наколото. И где только коснулись мы какого дома, там мы все заваливаем дровами. Вот они, ребята, работают. Главный кольщик это вот Владимир Александрович Пащенко. Почему у тебя нету... Даже полена одного нету. Да почему? Там сараи есть у меня. Сухие. Что у тебя там есть сараи? Ну, сухие есть дрова. А когда они положены туда? От старого хозяина. Старого. Вот и все. А старого хозяина 12 лет нету. Вот какой да был... Да почему? Я только зиму пережил. А ну, зиму хотя бы. И ты его поминаешь. А после тебя кто придет, скажет, а того нет ничего. Даже в сторожках, в тайге, уходя, оставляют все, что подошел, за все... Заправленная печка, дрова и специально от мышей спрятанная еда. Уходя, человек замерзает, заполз, все у него там есть. А зачем я буду? Ты кто? Ты вне общества. Ты никогда ни о ком не заботился. На твоих глазах. Ты летом видел, что мы присылали сюда что? Нам отвернуло из своего холодильника зеленый горошек, Татьяна, не съела. И сегодня у нас зеленый горошек на столе. Вот что удивительно. Мы помидоров сколько, какими ведрами слали? Ты ел их тут? Давали? Да, давали. Так это мы наше все, это мы присылали. Мы. А поселовые ребята, у нас там три теплицы, и все, и дети поливали, и все поливали. Что бы ни взялся, мы делаем сообща. Одному ничего не... Трудно очень одному. И теплица надо было ее построить. Надо было посадить, надо было поливать, надо было убирать, надо было лучше отобрать, послать сюда, худые гнилые себе порезать.
И мы это посылали. Да уговорите, чтобы барабаш взял с собой, отвез. А тут передали, а потом привезли. Заметьте, сколько перекладных-то. И мы все равно добивались. Почему? Потому что это дети Божьи. И мы не сказали, давайте всем, а Черепанову Василию Николаевичу не давайте. Мы же этого не сказали. Вчера я прихожу, ты сидишь, ешь. Ты обязательно ешь раза в два дольше, чем люди, в два, в три раза. Ну, я могу на занятия не оставаться. Вот, я понимаешь, как тебя сатана мучает? Питаться не буду. Ты что угодно сделаешь, только чтобы не меняться. Я же тебе говорю для того, чтобы ты был другим. А ты еще ниже погружаешься. А теперь еще сатана тебя душит, а на занятия не ходи. А ты бы сказал, конечно, это пропуск. Да я хоть мороженое принесу. Пускай люди увидят яблоки. Дети, эти яблоки, они не поймут, что мороженое. Я тебя подбиваю. Собери их. Прямо-то не говорю. Собери и в воскресенье принеси на стол. Маленьким ребятишкам. А я под ножем кормом питаюсь. Ты волк какой-то дикий, бешеный. Даже медведь и тот готовит на зиму, чтобы лапу не сосать. Птицы все готовят где-то. Белка там где-то готовит. Один Василий Николаевич Черепанов ничего не готовит. А зачем? Ну, крупы набрал и каша. Я говорю, с огорода. С огорода. Иначе бы ты не просил, набрал. Ты подошел, говоришь, а мне растительное масло нельзя. Я говорю, ты для детей дали, я не могу. Ну вы раньше давали, я так и раньше, просил. Раньше я дал и по какой-то причине. Ты где-то что-то там как-то совсем никак не мог найти, поэтому я уже сделал исключение. А ты понял, что это я не имею права это давать. Которые не имели никакого отношения к детскому лагерю. А это мне гуманитарная помощь, как сказать, не гуманитарная, а здесь спонсоры находятся, предприниматели. Они мне дают, а я потом раздаю в деревне, отвез там кого, там вермишели, муки, что осталось. Мы ничего не присваиваем, это не наше, Божье. Вот и сколько времени прошло у тебя книги, и ты вот к истину православия-то ты держишь. И ты никому и нигде не дал, они у тебя лежат здесь. И ты, уходя, ты их выбросишь. У тебя некуда их. Ты нам отдай их сейчас, мы кому-то раздадим. Берите. Договорились? Спаси Христос. Да. Ну да, хоть в одном ты не будешь виновен-то. Ты их все покупал? Ну, выкупил у вас. Ну, выкупил у вас. А почему же они у тебя лежат? Зачем ты столько брал их? Посмотри. Вот это тебе вообще не нужно. Теперь смотри дальше. Ну что, кирпич-то выбивать? Так, подожди пока. Вот смотри. Я это все возьму. Ты правильно, потому что оно не нужно. Зачем пропадать-то? Володя, сразу это отнеси. Машину положи. Несчитаемая, лежит. Драгоценность такая. Как же это можно? Потому что склад целый. Девять к истинному православию. Я даже не помню это. Что тебе нужно, то ты все возьмешь. Еще что вот это возьму? Ты же не считал ее? Не знаю. Да оставьте, Игнатий Ильич, оставьте. Оставим. Конечно, пускай он читает это. Ты посмотри, у тебя какая книга. Что это? Библия православная, Ветхого Нового Завета. А где ты ее нашел? А, нет, это не православная. Виктор Андреевич. Ты ее когда считал последний раз? Ну, а? На той неделе читал. Не помнишь день? Ну, на той неделе читал. Ну, не на неделе читал, нет, прошедший. Я читал. А что ты считал? Какое место? Это... Псалтырь. Псалтырь. А что ты из Библии вообще прочитал? Какие книги за год? Это Библия. Ну, читал я несколько раз. Что читал? От корки до корки? Ну, Библию. Да этого быть не может. Ты же обманываешь. Что ну, ты... раньше читал. А? Раньше читал. Теперь раньше. Когда раньше? До встречи с нами? 12 лет назад. Да ты никакой был с улицы подобранный. У тебя ничего вообще не было. Ну, обман. Ну, это тебе и не нужно, я возьму. Просто, ну, страшно погибать. Ты смотри, у тебя два новых завета, трехтомника. А зачем тебе два новых трехтомника? Ну,
Ну, один ну, оставь, а другой взять. Ну, один я нашел, он старый. Ну, тебе достаточно? Выбросили. А кто выбросил? Ну, выбросили на помойку. Где? В каком месте? Ну, я работал в девятиэтажке на этом. На девятиэтажке? Ты еще нашел на помойке, да? Но. Ну, я не могу сказать, я не видел. Дело в том, что нам принесли с помойки сейчас Библии, там выброшены много материалов. Ну, так-то тебе лучше будет. Это мы бесплатно опять раздадим, где-то сносить туда машину сразу. Ну, если хоть какая-то польза будет, что мы приехали. Так, выбивай пока кирпич. Мы проверим. Ничего толку не будет никакого, но обратно заделать можно будет. Хотя бы узнать, где с трубы, главное, где находится сажа. Что не дает тебе топить? А то, ну, топить ты не думаешь даже. Зачем там начинать? Я пакет у тебя возьму. Володя, ты видел, нет он это? Нет его. Нет. По 3 литра, 10 банок, здесь 9, и так, 3, 4, 5. Ну, банка есть, 10. 30 литров меду. Меду? Он здоровый, крепкий мужик. 9 банок. 9, 10 ес. Он же ес. Ну я в магазин не хожу, что обсуждать. Вот главное, что меня обсуждать. Я в магазин не хожу. Все время но... кто-то, чтобы тебя кормил и поел, в магазин не ходишь, дикий да? Медок писает, я акридами. Ну как? Акриды и дикий мед, в магазин дикий не ходишь. Это не дикий мед, во-первых, а акрид нету, собрал опять. Это же ты не стихотворение пишешь? Ну на современном языке так. Я не знаю, как это ты мог так додумать. Может, он подражает Иоанну Крестителю в житии. В магазин не хожу. Ну ты в магазин-то не, не ходишь в магазин. Почему не ходишь в магазин? Ну, это на год. Это все пропащие будет, помойки будет. Вот такие вот люди выбрасывают на помойку, как ты. Он не считает, а переезжать нет. Новые хозяева пришли, а что тут, век не надо, это они все и выбросили. Обманщики. Новый завет выбросить, все вынеси туда. Так, у меня руки отогрелись, я пошел облепиху собирать. Как только кирпич вытащишь, не разбей его, смотри. Я проверю тогда, что там есть, и на место поставим.